В День Конституции Российской Федерации в районной администрации прошел праздничный прием, посвященный 25-летию избирательной системы Кубани. Преемственность поколений. По таким названиям прошло торжественное собрание в рамках празднования 25-летия избирательной системы Краснодарского края. На встречу были приглашены председатели и члены участковых избирательных комиссий района. Среди гостей праздника были те, кто многие годы работает при организации проведения выборов, и те, кто совсем недавно стал осваивать эту сферу деятельности. За общим столом, в теплой дружеской атмосфере, представители избирательной системы Славянского района разных поколений обсудили насущные вопросы, поделились опытом работы. Глава района Роман Синеговский поблагодарил собравшихся за их профессионализм и высокий уровень ответственности при подготовке проведения выборов. Отметил, что такие результаты слаженной командной работы были бы невозможны без преемственности поколений, которая важна в любом деле. Славянский район, он ценен, наверное, тем, что у нас действительно есть эта связь поколений. И вот многие мои коллеги где-то по-доброму нам завидуют, когда разбираются в показателях, видят ментальность наших жителей, и видят предприятия, которые сохранили после тех лет, когда развал был, которые работают сегодня в Славянском районе. И я думаю, вы все это понимаете, что это все не просто так, а это все сделали люди. Это все сделали те жители, которые здесь живут, трудятся. Потому что выборная система в Славянском районе поставлена на очень серьезный уровень. Благодаря тому, что есть Анатолий Петрович, благодаря тому, что есть вы, трудитесь много лет. И, наверное, вот если говорить о выборах, здесь тоже преемственность должна быть, да? И она есть, эта преемственность. И мне приятно, что сегодня и молодые специалисты, которые учатся, натаскиваются, и завтра же они будут уже, может быть, не совсем молодыми, но будут мудрыми, настоящими специалистами и также будут наставлять своих коллег. В конце встречи участникам праздничного приема вручили благодарственные письма и памятные подарки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».